Всем привет, дорогие друзья. Продолжаем играть Warhammer 40 тысяч Space Marine. Че искал? Звездный десант. Какая музыка-то заиграла? Я с кем-то дерусь еще, нет? Солдат. Теперь говори, где тут поблизости скопление орков? Есть, господин. Площадь Марсис с жилым комплексом. Она кишит этими тварями. Ненадолго. Ненадолго. Имперской гвардии. Просто вообще размозжил. А, там опять этот шаман. Я его завалил. Где эта дрянь? Ух ты, дрянь. Просто жесть.
Как он исчезает вечно? Где он? Где он? Где эта сволочь? Ну убей, ударь ты его! Сколько их там уже перевалил всех? Вон он, вижу. Нет, это не он. Да блин, жесть какая, а? Где я? У него башка взорвалась. Я убил всех? Жесть просто. Да, всех убил. Но этот чувак потный вообще, до него фиг доберешься. Нет горючего. Начинается. Нет горючего. Это командование Праймуса. Орки внутри периметра. Ничего не могу выбрать. И его оружие возмездие. Он сказал, что вам понадобится воздушный транспорт. Там наши ребята дерутся. Быстрее всего туда долетят ваши валькирии. А время нас поджимает. Ваши люди уже на борту своей валькирии, и отряд готов отправляться. Хорошо, я пошел. Вас на Халкис. Имперской гвардии давно пора перейти. Там люди гибнут.
Гранфилд, мне нужен стрелок на тяжелый болтер. Придумали же, орков с ракетами. Камикадзе, блин. Штурмовики, блин. Эй, ребят, вы чё? Воу. Я надеюсь, это запланировано. Мои парни, где они? Вновь лейтенант, Валькирия 2 сбита, ответьте. Срочно нужен транспорт. Мясорубка. О. Хрена произошло, почему он встал вообще? Воу, парни, пипец. Семя империи. И как против них стоять? Лейтенант, Валькирия 2 сбита, ответьте. Срочно нужен транспорт. Мы на подходе, капитан. Если только вот так вот. Вот там в меня влетает просто по КД. Вон оттуда. Yeah.
начнет стрелять опять. Охренеть. Блин. Мясцо, блин. Сдохни ты уже. Просто жесть. Ну, мясо здесь зачетное, конечно. Тихо, я понял. Дрянь. Сколько же их еще тут вылезет, пока я дойду до места? Валькирия приближается. Что с инквизитором? Часть моего отряда сопроводила его корабль до подхода к комплексу Калкис. Хорошо. Вот это мясо. Прощайте, капитан. Мне пора на базу. Эти проклятые летуны угробили слишком много славных ребят и кораблей. Защитить аванпост нам теперь будет непросто. Спасибо вам, лейтенант. Удачи. Цепной меч, замечательно. Так, тут... Где он? Устройство безопасности, Дроган. Тогда чего вы ждете? Больше медлить мы не можем. Инквизитор, вы в порядке? Топор возьму. Да. Идемте. Нельзя терять время. Так. Ты че ты встал? Откуда стреляли вон? Вперед, бойцы невидимого фронта. Ну конечно. Орки в атаке, блин, ну деритесь вы с ними. Так, мне, наверное, снайперку надо брать все-таки. Потому что ближников эти будут убивать. Кончили бомбы. Убивайте людей! Откуда стреляли? Вон. Во!
зашибись прилетело. Вдруг откуда ни возьмись, прилетело, зашибись. Рви их на части! Я случайно вообще сюда поперся. Я думал, здесь секреточка какая-нибудь. Оп. Оп. Да блин. Вон еще. Уничтожьте их скорее. Мы должны поспешить. А ты не будешь, да, их уничтожить? Да пипец влетает. Это что, посадка такая? Так, мне надо... Что же меня рубят-то тут? Мне надо дальников снимать, а вы... Не даете спокойно прицелиться. Гоу-гоу-гоу, парни. И гоу-гоу. Здесь ничего. Пёрли дальше. Инквизитор, мы можем как-то обойти толпу этих орков? Да, возможно. Тут есть толпа? Мои исследования почти не производят отходов, поэтому водоспуск должен быть свободен. Ведите. Пушка, мститель. Нет, я сюда не хочу выходить. Он сейчас меня будет этот торг валить. Давай, топор. Конечно.
Где эта тварь? Вон. Да ты... Нормально он спрятался, да? Эти вообще не вступают в бой, я смотрю. Что значит, хватит стрелять? Тебя убить хочу. Как-то он вообще исчез. Блин, сверху падают пули. Ладно, эти пусть дерутся, я сейчас. Приговорю. Ой, они. Давай, 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 бей его. На минуточку, ребятки, меня тут бьют. Семеро, как бы. Япона мать! Дай ты убежать-то. Жесть, тут тупик, походу, дело, да? Да как он... Дело достойно. За него... Я, походу, дело на своей гранате взорвался еще. Инквизитор, мы можем... С этого места только... Да, возможно. Мои исследования почти не производят отходов, поэтому водоспуск должен быть свободен. Идите. Как с такими драться, я не понимаю. Ну иди сюда, господи Санник. Так ты не убегай. Еще орки. Так.
Да дайте пройти. Надо плазменный пистолет лучше взять. Да вы запарили, сколько у вас тут? Жесть, у меня хп вообще не осталось. Надо было на нем выхиливаться. Тихо-тихо-тихо. Тупик. Вот это увалите, блин, додики. Смотрите, что он со мной творит, блин. Да ты запарил тут рестлинг устраивать. Сдохни, тварь. Так, осталось этих козлов завалить. Любители издалека пострелять. Блин, ну второй урок помощнее был вообще гораздо. Тварь еще гранату мне кинул. Капитан, мои сервиторы были уничтожены в первой атаке. Мне понадобится ваша помощь, чтобы активировать плеть. Насколько велико оружие? Огневой механизм находится в лаборатории.
Но сам энергопульс идет по проводникам из лаборатории к орбитальному шпилю. Продолжим мы в следующей серии. Спасибо, что смотрели. Не забывайте ставить лайки. Всем пока.